Ты все слышал, Андрюха, да? Ну ты левша. И ты слишком низко наклоняешься. Потому что ему очень удобно. Окей. Еще раз попробуем. С самого начала. Стоп, Андрей, назад. Отжимай. Вот это старайся, смотри, старайся это не шпидение делать, а старайся отсюда, старайся зайти сюда, то есть это не просто с падением, потому что ты его бросишь и не убьешь, ты видишь, ты лично вперед, не так руку можешь поставить. То есть зайти еще чуть-чуть сюда, еще сюда, вот тут, вот здесь вот, чтобы показать, а потом, что с большим это не пройдет, а с маленьким это пройдет. Центр. Еще раз. Вот он взял.
вытащи рукой, вытащи, оттолкни его. Ногу не сюда, не сюда. Недалеко, потому что сяду. Вот здесь. Руку убираю, уже отталкиваю. Женя, сядь сюда. Ты судья, смотришь. Если кто-то травмируется, будешь ты отвечать? Все, я ухожу, потому что я уже достал все. Пожалуйста, поаккуратнее. Пошли, Юрий. Закончить? Как? Я уже всех достал. Я уже сам себя достал. Вот что. И последняя просьба к тебе. Делай со стойки, Лидия. Делай со стойки. Не делай с падением. Не делай с падением. Подтяни, брось. Все, он упал. Если он за тебя держится, ты через него кувырок делаешь. А ты начинаешь падать вместе с ним. Хорошо? Все, я ушел. Не рви захваты, мягко борись, Ливи, мягко борись. Не сгибайся, старайся быть попрямее. Не делай быстрых движений, спокойно, ручки согнуты. На одной ножке больше, стой на дальней. И все тогда будет. Так, чтобы не хотели с тобой бороться. И не падай, пусть пашут. Что, когда они тебя бросят, что я Ливию бросил. Рука, где? Вот. Так, ну, мы не снимаем, да? Так, мы не снимаем. А, так.
Thank you.